города выступают девелопером очень громко и достаточно звучно. Здесь мы, наоборот, хотели бы представить некий проект, который необходимо участие не только администрации города Екатеринбурга в этом проекте, но и, естественно, частных застройщиков, девелоперов. Мы ищем их. Помимо этого, хотели бы привлечь, естественно, финансирование федерального бюджета и субъекта. Местоположение очень прекрасное, потому что расположено в экологически чистом, благоприятном для проживания населения и жителей города Екатеринбурга. Транспортной доступности, тем более скоро уже будет построена Екатеринбургская кольцевая дорога в ближайшее время, поэтому доступность транспортная будет обеспечена. Срок реализации, как мы планировали бы данного проекта, 2022 год. Хотелось бы обратить внимание, что данным проектом предусмотрены и обособлены зоны, связанные со строительством общеобразовательных школ, детских образовательных учреждений. То есть на данном слайде как раз представлены зоны, где будут размещаться детские сады и школы. Изюминка называется в этом, что они выделены из жилой зоны и на самостоятельных находится территория. Застройка она будет складываться таким образом, что от реки Патрушиха пойдет 9-этажные дома с понижением до 3 этажей, там 5-3 этажа. А также южнее в этом проекте, в этом поселке располагается общественно-деловая зона, общественно-досуговая зона, культурная зона, спортивная зона, предусмотрена со спортивными объектами как открытыми, закрытыми. И они спортивные объекты интегрированы в зеленую зону, связанную с парковой зоной для отдыха населения. Нами заложена концепция уличной дорожной сети и строительства мостов. Уличная дорожная сеть районного значения показана, общегородского значения и строительство мостов. Тоже мы как просчитывали и понимали, что положить нагрузку на частный инвестор, это, наверное, не очень хорошо. И поэтому мы планируем, все-таки привлекая бюджетные средства, осуществить строительство именно необходимое количество дорог, которое будет возможность подъезда к каждому земельному участку, к каждому лоту. То есть то же самое заложено у нас в расположении сетей. Возможность подключения сетей по электроснабжению, водоснабжению, канализации, газоснабжению к каждому земельному участку, к каждому лоту.